Кризис с газом ощущается по всей стране. Некоторые сетевые операторы предупреждают клиентов, что если они не сократят потребление голубого топлива, то их отключат от системы. Тем временем некоторые больницы, детсады, школы и колледжи Бельц не обогревают. В Чет-Норд заявили, что не могут обеспечить соцучреждения теплом. По ситуации актуала, ну, тем с коллектом маймолс консуматорный каузак, нам систем пресиуния от газа натурали, ну, пермите для мари консуму. И компания «Еловеньгаз» направила местным властям предупреждение с требованием сократить потребление газа. В противном случае оставила за собой право отключать потребителей от сети без предупреждения. Премьер-министр заявила на пресс-конференции, что не знает о таких шагах. Думаю, ваша формулация пик манипуляторию, тот уж и... Ну, а у фост аменинцать, кэ ворфи деконектать. А часто ну есть адеварат. Врау инкодата са эндем, тата луме, ку ачаста оказии. Să fim foarte atenți în declarații, în privința disponibilității gazelor naturale, prețului și așa mai departe. Deci trebuie să operăm cu fapte. Da, au fost îndemnuri din partea Moldova Gaz pentru o anumită economisire, din câte știu. Puteți să întrebați Moldova Gaz să spună care au fost motivele acestor scrisori. Eu personal cred că cetățenii Republicii Moldova au suficient bun simț ca să decidă cât pot consuma și ce pot face cu cantitatea de gaze pe care o consum. Между тем, сегодня остановились заводы по производству асфальта и битума. У них отключили газ. Поэтому ремонт дорог приостановят на неопределенный срок.